Как обычно, Синтек играет злую шутку, площадка утопает Синтек, и ответная часть не встает. То есть я видел варианты, когда вот эти отверстия рассверливают, но это не наш случай, сейчас сделаем площадочку, будет все хорошо. Вот, собственно, и пластинка встала на свое место. Видите, она ушла как раз в Синтек, приподняв кронштейн так, чтобы мотор вставал беспрепятственно. Поставили мотор, а теперь ему ничто не мешает, Синтек он не упирается. Площадки там под ним почти не видно. И фиксатор теперь спокойненько заходит и фиксирует мотор. Друзья, мы напоминаем вам, что при приобретении мотора Garmin у нас монтаж в подарок. Спасибо.